У нас обновленный тренерский штаб в этом году, вы все в процессе с ними познакомитесь. Представлять, наверное, их нет смысла, все известные специалисты. У нас, вы сами понимаете, есть одна цель, но эта цель, мы хотим создать команду, такую команду-семью, которая была бы объединена одной целью. Цель вы знаете нашу, это Кубок Гагарина, поэтому мы все будем к этому стремиться. Когда сам тренируешься, немножко по-другому все это в голове, по-другому тренируешься, тоже все вместе вышли, интенсивно все, работа наконец-то началась. Как ты думаешь, что это будет за команда все-таки, Дмитрий Анатольевич? Да, должен, наверное, что-то свое привнести? Да, я думаю, каждый человек это отдельный индивидуум, так что у него будет много своего, но и от системы своей, я думаю, мы не будем отходить, а сезон покажет, как мы будем играть. Сейчас, секунду, не торопитесь. Все очень сильно ждал возвращения, потому что это город, это команда, которая принадлежит этому городу, а город принадлежит команде. Вот. А вообще очень рад на самом деле. Сегодня тренировка прошла прям великолепно. Мне очень понравилось. Ждал Ткачева увидеть, потому что возвращение тоже в Омск, такого легендарного для омска хоккеиста. Здесь два тренера станут. Угол, клюшка, закончен. I'm really impressed, and it was pretty fun to see a lot of people at the stands. So they for sure push us and to get moving better. Да, да. Ну куда ж я? Когда ж тренироваться-то? Блин, короче, чтобы меня это не было. Так, возвращаю, пацаны. Ну не так, пацаны. Все, крайнее. Подождите. Я всем распишусь потом, давайте, да? Нет, давай сейчас. Можно сейчас мне тренироваться надо, пацаны. Все, крайне, пацаны. Пора тренироваться, вообще опаздываю. Сейчас тренер выйдет, наругает. Давай. Спасибо большое. Не, эмоции, честно, потрясающие. Не ожидал, что столько народу придет. Поэтому, ну и тренироваться было приятно. И, ну, видно, что город хоккейный, городу нравится команда, поэтому это как-то еще больше мотивирует, стимулирует, не знаю, побеждать. И хочется уже реально побыстрее выйти на лед, начать сезон, чтобы опять увидеть болельщиков на трибунах, на новой арене, полный стадион. Начинаем. Сезон нам предстоит нелегкий, скажем так, тяжелый, больше переездов. Есть реальность того, что в новом сезоне целиком целое звено будет из ЛХЛ, делегироваться в ХХЛ, чтобы играть в авангарде? Никогда не запрещал и не буду запрещать защитникам подключаться в атаку, помогать нападающим.